Даша 16 лет, мечтает стать дизайнером одежды. Она уверена, чтобы воплотить свою мечту в жизнь, важно креативно мыслить и искусно рисовать. Поэтому персонажей картин придумывает сама. Представила свою работу под названием «Академия магии» на выставке «Краски мечты». Тут представлены персонажи и, скажем так, разные расы этих персонажей. Тут как представлены обычные школьницы, как, например, грибная ведьма или клубничная ведьма, так и персонажи из студенческого совета, как, например, морская или ведьма скорости. Открытие выставки состоялось в Одинцовском культурно-досуговом центре «Мечта». Авторы работ – учащиеся художественного отделения из-за студии «Я художник» и их преподаватели. И это первая наша выставка, такая вот весенняя, которую мы захотели показать то, что мы сделали за эти полгода. То есть это не старая работа, а работа именно этого года. Просто посмотреть, что дети могут у меня, на что они способны, что им хочется показать. Самой юной художнице всего 3 года. В студии Николь занимается недавно, но рисование – ее главное увлечение. Животные в творчестве маленькой художницы занимают особое место. Вот рисунки. Медведи, мишка, домик, динозавриков, зайчика. Более 30 учащихся из-за студии представили свои самые яркие работы. Педагоги и родители пришли, чтобы поддержать детей в начале их творческого пути. Для кого-то эта выставка стала первой в жизни. Ева самая маленькая в группе. И при этом очень старается, великолепно себя ощущает. И для меня очень важно, чтобы у ребенка в такое непростое время формировался вкус, формировалось понятие прекрасного. За участие в выставке ребят наградили дипломами. Для них это отличный стимул. Ведь признание и поддержка для художников, особенно юных, очень важны, уверены организаторы выставки. Эмилия Ракелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».